Итак, продолжаем. Не знаю почему, вместо того, чтобы нажаться на продолжение, поставилось на паузу. Так, это у нас какой? Восьмой ход, вторая часть. Случайный союзник, который нас покидает, это профессор Рис. Профессор Рис нас покинул. И теперь... Контакт уже вытянули. Теперь у нас фаза мифа. Среда городская. Улика. На рифе дьявола не появляется. В научном здании тоже не появляется, потому что тут выбор. Эзотерический орден Дагона. Так. Убираем все доллары отсюда. И ставим жетон портала. Так, вытягиваем монстра. Змеелюд опять. И он у нас выходит на улицу. Что у нас происходит? Так, сыщики не могут переходить на следующую улицу, если туда ведет черная стрелка. Это не действует на передвижение из локации на улицу, если улица внула на локацию. Так, куда у нас ведет черная стрелка отсюда? Черная стрелка ведет вниз, значит, нам нельзя идти сюда. Значит, нам надо идти обратно черным стрелкам, то есть по этому пути. По черным стрелкам это у нас получается вот этот путь, потому что они идут кругом. Так, черный, и так идут белые стрелки в архами. По дополнениям я еще не выучил. Так, теперь мы провалили слух, давайте прочитаем, что же тут с нами происходит в таком случае. Так, любой сыщик должен сбросить все свои деньги и любые карты задатка. Ну, только у Лолы есть 5 долларов, она их сбрасывает. Так, ну, а вот на этом уже восьмой ход заканчивается.